Hey, yo, guys, I'm Mishimki, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. А, да, мы выбрались, мы с вами убили демонического дракона. А, что я хочу? Я хочу поменять быстро колечко. Давайте на, наверное, защиту. Так, а что ты даешь? Позволяет творить дополнительные заклинания. Кольца, кольца, кольца. Ладно, побежали. Нам открылся вот замочек вот этот. Мы в него сейчас побежим. Души, стоять! Души, души, души потратить нужно. Я вообще не туда бегу. Стоять. А на что потратить? Давайте, короче, я на камни потрачу, да и все. А, купить предметы. А что у него еще, в принципе, есть? У него больше такого и ничего уже нету. Да, ну, ничего больше такого нету. А, так я могу у него бесконечно покупать? Ну, окей. Так, давай я тогда у тебя этот... Стой, усилю с оружием. А есть смысл вообще прокачивать щит? Я думаю, что нету. Усилить броню. Вот броню б я усилил. Я бы усилил... Маску, наверное. Да я бы вообще ничего не усилял. Стой, вернись, мне нужно купить. А, купить предметы, давайте я все-таки стрелы это куплю на... На-на-на. Не дам я себя убить. Так, а теперь мы идем в сложное, самое сложное для меня место. Потому что с этого места у меня начала сгорать жопа. Чисто вот с этой локации. Тут я уже понял, что это просто пипец. Чисто из-за вот этих врагов. Ну, понятное дело, что я молодец. Понятное дело, что они не... О, он шотится. Изи, квизи. Главное, что они ваншотятся. Вот это самое главное для меня. То, что они умирают в стычке. Чем это место опасно? Тем, что здесь легко сдохнуть. Вот чем это место опасно. Это сложная локация. Из-за своих ловушек. Вон, там вот, как видите, демон еще отдыхает, да? Туда можно сходить. Их, по идее, если не ошибаюсь, тут двое должно быть. Чё ты там стоишь? Слышь, иди сюда. Давай, давай, приятель. Как ты пробежишь ловушки? Хорош. Вау. Вау. Вот, ребятки, вот это начинается уже... О чем я говорю? Не, давайте я, наверное, кольцо урона поставлю, потому что так я хотя бы буду больше наносить дэмэджа, чем защита, потому что защита здесь такая не очень значительная, как можно увидеть. Есть вот животные, какие, которые пуляют молнией. И я их очень сильно ненавижу. А, найс, хорошо.
Давай. Найс. Ну, как вы видите, урон тут хороший, да? Блять, вот какой мне нужен момент подогадать, чтобы пробежать? Ой! Фух! Хорош! Хорош, хорош, хорош. Ха. Молодец. Так, фляги у меня уже все. Ой! Что? Отлично. Ну, как вы видите, вот это я имел в виду насчет этой жопы. Фильм «Черного рыцаря» не представляет по великостиля Гвина, расширенного привести в мир огонь. Однако новое пламя сожгли дотла. Вот, ребята. А что у меня здесь по костру? Ага, только 5, хорошо. Первого уровня у меня костер, я понял. Я вас понял. На человечность просто не хочу тратить. Они же все заново пооживляли здесь. Главное, что я хотя бы ваншочу из-за того, что у меня прокачанный меч. Единственный плюс, вот единственный такой плюс жирный. Мне быстрые дальники будут сложны. А в спину будет? Но, как видите, они кусают сразу через щит, почему-то. Я не знаю, почему у них такие зубы, что ли. Классные. Хорошо, что меня тот сразу не атакует. Блин, он бесит. Вот это самый лучший вариант, но он сейчас встанет и побежит. Да, и он бежит ко мне сюда. О, слышите, топает. Вот чел, делать нечего. Ну... Понятно, да? Вот так и живем. Вот так вот и живем. Так, ну минус души считайте, в принципе. Хорошая локация, мне нравится. Вот на этом месте я тогда сгорел и подрубил читы на бессмертие и ваншот врагов. Чисто из-за вот этих вот животных. Один хотя бы загрелся. Да, один. Ага. Ну хотя бы более-менее я бэкстепить научился. Это радует.
Хотя бы этот момент радует. Вау. 4 удара. Ну понятно, что в две руки это будет 2 удара. 2 удара, да, 2. 2 удара. Опять урона, боже. В принципе, мы можем к тем ребятам, что снизу, спрыгнуть. Ну, блин, ну я понимаю то, что они меня разорвут. Так, теперь просто бежим. Ни на что не обращай внимания. Так, а теперь этот парниша. Так, а из-за чего я тут сдох, вы не помните? А, точно, вспомнил. Я сюда упал и сдох. Так. Дальше мы делаем вот что. Инвентарь. Взрывная бомба. И так. Хорошо. Делаем тогда. Так. Окей, я закончил. Почему-то мне казалось, что я должен был сломать стену. Не знаю, с чем это связано, ну ладно. Вот там, кажется, еще один. Этот. Фу. Вот он. Это друг, который к нам упал. Так, в принципе, смотрите, что мы можем сделать. Я могу просто спрыгнуть. Я мог тем пацанам спрыгнуть, что снизу. В кого ты стреляешь? А, так они меня уже заметили. Ну, я сдохну просто. Они меня вдвоем захерячат этими стрелами, да и все. Ладно, помчали. У меня, походу, нужен был молот. Именно по оружию. Да. Воу! Чё-то я этого не ожидал. Так, сюда. Здорово. Ой. А, откуда ты появился? У меня великолепные новости. Ха-ха-ха-ха. Ну и какие? А, понимаешь, в каком я положении? Да, действительно. Я наткнулся на препятствие. Точнее, шар. Боюсь, я пухловат для подобных упражнений. Так я и сижу. Но кто знает, как будут развиваться события. Ну, тут заглы. Ладно, побежали.
Так, давайте со следующим шаром я побегу. Так, сюда. И побежали. Мы сейчас дальше побежим. Так, мимик. Нет. Так, кольцо стальной защиты. Повышает защиту от физического урона. Принадлежит королю рыцаря Рэндаллу. Обеспечивает защиту владельца, усиливает защиту от физических урона. Однако из любого известной легенды о короле рыцаря Рэндалле описывается его сражение с огромными драконами, которые он порубил на куски. Давайте, типа, я это колечко одену сейчас. Типа... Почему бы нет? Так. Шохет. Так, предметы, оружие. А, шатель. Шател. А кривой меч с острым лезвием, изготовленный Арстаром, там, графом Каримом, требует отточенных навыков, зато способен пробить даже щит. Ну, это, походу, чем атакуют меня вот эти херовины, которые маги. Ай, все, уже не успеем. О, не буду рисковать. Ну нафиг. Ну, нафиг. Так, там у нас лифт есть. Бля, почему на тебе не сработало, слышь? На тебя тоже должно было сработать. Вот гомнюк. Да уж. А. Меня пронесло? В смысле? Ну блин. Ладно. Ох! О, пронесло. Так, давай по шару в одну сторону. А, ты только вперед, да, можешь крутить? Так, это у нас куда? Ага, это я понял. А это нам как раз проход, где шарик, да?
Вот видите, там еще дремлющий этот демон. Или кто, трое? Так, отмычка. Душа героя. Так, у меня шесть фляг. Не, я скорее всего вас зажгу. Человечность. О, привет. Похоже, ты в своем уме. Редкое качество в ваши дни. Мое имя Логан. Как видите, я попал в переплет. Но у меня есть идея. Ты можешь меня освободить? Я стар, и у меня ничего нет, но я мог поделиться с тобой знаниями и волшебством. От этого места у меня ум за разум заходит. Бездействие давит на меня. Открыть. О, небо, благодарю тебя. Я спасен. Я бы хотел предложить тебе, но сначала нужно кое-что записать. И я предал тобой долгу, и я вернусь в храм огня. Поговори со мной там, и я поделюсь своими волшебством. Окей. О, здравствуй, не обращай на меня внимания, ступай своей дорогой. Я подойду позже, ха. Со мной будет все в порядке, не сомневайся. Окей, хорошо, поверим на слово. Блин, по идее, это мог проход как-то сломать орудием, которое у меня, конечно, я вспомнил, чем я могу. Мог бы это место сломать. Так, давай сразу к тому сбегаю. Скажу, что... Фу, я начал скользить по этому. Я думал, я тоже сейчас вниз упаду. Наверное, надо шар... А, тьфу, не получилось. У меня аж голова закружилась. Наверное, надо шар откатить. В смысле? Так я уже откатил. Алло. Шара больше уже здесь нету. Все хорошо. Больше шарика тут нету. Так, я, по идее, могу вниз пойти. Ой. Тихо. Так, душа. Ну, по идее, могу сюда спрыгнуть. Но вот куда мне это потом приведет? Это же другой вопрос. А тут что за проход? Так, шляпа черного колдуна, волшебство, бесшумность. Опа! Так, это лифт, хорошо. А, сюда мы еще вернемся. Мне нужно вернуться обратно. Там, где наши перекати шары. А в смысле ты стреляешь туда? Я ж тебя сюда поставил. Так, кстати, тогда... А, ну тогда все... А, тут еще есть проход.
Или отхилиться лучше. Я боюсь, что я быстренько тут всру, ребят, поэтому... Давайте-ка я, наверное, на лифте поеду вниз. Или вверх. Я не помню, куда там правильно лифт едет. Куда тут вообще шар ехал? Понятненько. Ну, почти беспалевно, слушай. Почти беспалевно, только я не видел твою цепь. Копье молнии. Так, давай выше. О! Теперь я понял, что там было выше. А, ты только здесь катаешься. Все. Ну нахер. А, ну значит, у нас больше вариантов никуда нету, куда идти. Тогда побежали сюда. Как и было задумано по ходу игрой. Как и было. Хотя, основа, у меня два варианта. Либо сюда вниз. Пиздец. Либо туда. А теперь понять, где это было, где вот туда. Там это куда постоять? Где тот проход, где я думал, типа, что меня скинет? Блять, я чуть не упал. Ребят, я заблудился. Помогайте. Мне нужна ваша помощь. Так, вот оно, все. Нашел. Я нашел. Блин. Ну, блядь! Какого черта эта херь начала по мне это попадать сверху? Пипец свои. Так, это тот же? Ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Фух. Вот это бы я сейчас лоханулся. И все за... Пипец, у меня две фляги осталось. А если что, в следующий раз тогда мы пойдем туда, в дырку. Прыгать. Но не сложное.
А теперь как бы так мне сделать, чтобы не упасть? Да. Опа. Ну хотя бы мне щит это не сбивает. Так, а прикол этого места? А, не вижу прикола. Хорошо, это у нас что? Как я понимаю, просто падение вниз. О, ну что, поехали. Здорово. Хорошая работа. А стоит туда идти? Ладно. Эй, привет. Иди ко мне. Хорош, хорош. Убил? Убил. Но минус что? Правильно, флягом. Ты один тут или с другом? Ну. Фух. Эй, хотя бы до костра, ребят, нужно дойти. А сколько титанита? Пламенное кольцо с камнем. А, повышать защиту от огня. Да, камни символ настоящих рыцарей дают силу для борьбы с различными угрозами. А красный камень символизирует огонь и повышает защиту от огня. Хорошо. Можно экстус, пожалуйста. Костер, пожалуйста. Я все понимаю, но мне нужен костер. А как туда вниз прыгнуть? А, есть догадки, все. Окей, просто бежим. Куда бежать, я не в курсе. Окей. Право, влево. Осколок. Стена. Подожди, иллюзорная, надеюсь, стоит, 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 стоит. Ее, походу, сломать можно. Но не зря, что тут стоял. Или тут кого-то расстрелять можно. Ай, классно.
Так, мне вот сюда, вот это нужно момент пробежать. Будет отлично. Ой, не тут. Извините. Кажись, не туда свернул. А где костер? Там босс. Ладно. Сюда им. И в чем прикол? Хороший прикол, а где костер? Так, там пробежать. Я помню, что тут точно был костер где-то. Вот сюда забежать, и здесь должен быть костер. Я костра не вижу. Громила, я с тем драться точно не хочу. Чувствую, он меня раздавит. Туда я пройти точно не хочу, потому что там босс. А где костер? А где костер должен быть там? Или может я что-то не увидел? Классно. Что, давайте я обратно тогда пробегусь. Привет, рыцарь. Но вниз это точно нет. Я не помню, по идее где-то здесь должно быть все. Неужели я упустил? Может там? Давайте я типа это. Блин, мне кажется, где-то здесь должно быть. А как это хотя бы локация называется? Honor Lord, да? Костер. Давай, 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 давай. Dark Souls 1. Так, мне нужен костерчик. Типа я сдыхаю, понимаете? Я сдыхаю, чисто сдыхаю по отсутствию костра. А, костры. Мне даже фляга пятого уровня достаточно будет. Хотя я его сожгу, потому что мы на босса пойдем. Да, пойдем на босса. Я возьму помощь с собой. Давай, давай, давай. Ну, костры, ну. Слабо он грузится. Хотите, можем рискнуть туда пробежаться? Что-то мне кажется, я просто не допрыгнул. А если не допрыгну, то это GG. А, не удалось подключиться к интернету. А, найс. Ну что, рискуем, рискуем. Потом я уже сам сюда как-то добегу. Побежали. Хотя я так подумал, давайте, наверное, еще на всякий случай разденусь. Так.
Побежали. Ну, почти. Давайте я быстро интернет лучше перезапущу. Ну, мне кажется, что там должен быть. Так, а мне ХП восстановить нечем, да? Окей. Опа. Как же так? Ё-моё, где интернет? Вот, вот, появился, тихо. Так, повышение. Это у нас, как называется? Крепость сцены, да? Один костер есть. Что-то я не верю. Я не верю. Где костер? У меня уже ХП нету. Так. Так, давай, 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 интернет, шустрей. Крепость, крепость, где? Та-та-та-та-та. Ой, короче, я не знаю, ребята, там не написано, все. Мы бежим заново. Я попытаюсь перепрыгнуть, но подождать. Теперь наша жизнь это души, все. По-любому я могу перепрыгнуть. О, ништяк. Привет. Ага, что? Что? Кто ты? А, очередная нежа, да? И я в одиночке захватил крепость Сеном. Но я ничего не отличаюсь от этих жестоких существ. Мной двигает тщательность. А ты, думаю, ты отличаешься от меня, да? Да, я понимаю это чувство, ведь я был таким же. Давай я помогу тебе в твоих поисках душ. А купить предметы? У, зеленая трава, здравствуйте. Щиты, мечи. Стрелы. О, у него можно это костюм купить. Толстячка. Повышает защиту от... Блин, я бы купил все кольца. Трава вот эта классная. Так, временно ускоряет восстановление стойкости. Сомневаюсь? А, что ж, вступай в бой, славно, а ногой младенец. А, здесь, да, костер? Пожалуйста, мне костер нужен. На всякий случай оденусь. Так. Сбойника. В смысле, куда я бегу? А где костер? Стой. Ключ от клетки. Ну, ключ от клетки, это который мы с вами уже открыли. Камон, я вообще-то ожидал здесь увидеть костер. Неужели костер убрали? Вот это меня нихера не радует. А теперь мне еще как-то нужно будет отсюда выбраться обратно. Блядь. Ладно. Давайте, блин. Ну, Google он что такое? Не помогает мне нихера. Так, крепость Сена. Ютубчик, быстро давай. Крепость Сена, костер. А...
давай, фас там. По идее, там должен был быть костер, когда мы забегали. Но что-то его не увидел. Ну, там, где вот мы в дом забегали, да, напротив. А, там все должно было быть. Крепость с сыном. Костер. Поехали. Где костер? Блять, мне не дают костер. Поиск костра. Так. А можно костер? Так, ну это начально костер. Так, окей, сюда. Оживление, чё? А, ты души подобрал просто. Опа, тихо. Так, мы сюда тоже пробегали с вами. Как все побежали. Вот наш костерчик, ребята. Пожечь. Обратите опустошение, да. Починить снаряжение, усилить броню. Так, новый уровень. Блин. Или здоровье качнуть. Так, качну здоровье. Окей. Вожечь. Да. Ладно, ребят, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим. Босса убью в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.